Сегодня в ремонте у нас вот такой вот бекон. No Frost. Электронный столом. Пропал низ, не морозил. Теперь уже и верх не морозит. В принципе, холод присутствует, но масло не замерзает. Вот масло мягкое. Предположение, светил датчик и вентилятор. Сейчас мы будем выяснять, в чем причина. Так как это No Frost у нас модель, начинаем с морозилки, снимаем крышку, вся сетила у него здесь. Ага, что мы видим? Так, сейчас мы разберемся, откроем крышку. Так, на первый взгляд, в принципе, все нормально, заморозка идет, испаритель замерзший. Следов обморожения не видно, но обнаружил то, что при закрытии двери, нажимаю имитацию закрытия двери, вентилятор не срабатывает. Сейчас будем проверять его сопротивление. Ставим на прозвон, выдергиваем штекер и прозваниваем вентилятор, обмотки вентилятора. Показывает, что работает. Странно как-то. Но при закрытии двери он не срабатывает. Так, сейчас будем искать причину. Так, причину, в принципе, я нашел. Получается, у нас недостаток фреона или система завелась. Сейчас мы это все перезаправим, как бы сфокумируем и уже качественный, хороший фреон зальем. Пока холодильник отключен. Да, и еще задний вентилятор пришлось смазать и почистить, так как он уже шумел, визжал. Так как пока холодильник отключен, нужно проверить работу ТЭНов. Не работа, а исправная или неисправность. Ставим на 20 кОм и замеряем. Первый ТЭН, это вот эта железка, он работает. Сколько показал сопротивление? Сопротивление показывает у нас 36, да, кОм. Это нормальный ТЭН. И теперь еще у нас есть ТЭН, который жидкий. Ага, вот он из проводов там есть. Кстати, фишки, система вся как у Боша идет здесь. Качественный, в принципе, холодильник. Работу датчика я даже и не буду смотреть, потому что при вскрытии я увидел, что все четко работает, никакого обледенения нет. ТЭН на всякий случай для уверенности для себя проверяю. Так, ты тоже в них уверен. Все, второй ТЭН, это вот этот у нас, который вот здесь идет по рычку, чтобы вода не застывала в виде проводов, он тоже у нас исправный. Все. Ага. Сейчас вакуумируем и перезаправляем. Вентилятор почистил, радиатор почистил. И должно все, в принципе, работать. Так, фреон весь выпустил я. И вот подключился, вакуумирую. У меня вот компрессор в виде вакууматора. Чем он удобен, когда мне нужно дать, допустим, давление воздуха, я подсоединяюсь вот сюда, опрессовку, допустим, какой-нибудь. Вот будет дырочка здесь в радиаторе. Чтобы опрессовать его, я подсоединяюсь и даю туда 10 апчей, и уже там шипит, я вижу, где дырка. И могу им вакуумировать. А продают фирменные вакууматоры, они просто вакуумируют. Получается, только вакуумация. А у меня компрессор выполняет роль и вакууматора, и опрессовки. Почему я решил, что здесь нужно сменить фреон? Когда я подсоединился, давление зашкаливало выше нуля. А заморозки не было. Если бы была утечка, давление бы стояло в минусе, вот как сейчас при вакуумации. Показывало бы, что недостаточно фреона. А у нас было больше нуля, показывает, что фреона достаточно, но заморозки нет. Это значит, засор капиллярной трубки, либо фреон был плохого качества. Сейчас мы попробуем, это не вскрывая систему, не чистя капиллярную трубку, не меняя фильтр, перезаправить, если это все поможет, все, собираем холодильник, и он работает дальше.
почистили здесь радиатор и смазали наш вентилятор задний, он скрипел. Все, производим заправку сейчас. Так вот, саккумировал систему и уже подал фреон. И подключаем холодильник и смотрим, как он сосет. Данный холодильник работает на 134 фреоне. Чем он плох? Тем, что 134 фреон маслянистый, и при нагреве в масле имеются различные парафины. Они оседают на стенке вот этой трубочки и уменьшают проходимость ее. Ах, вентилятор скрипит. Придется мне его чуть разобрать и смазать. Ну ладно. Я его на месте смазал, думал, поможет. Не помогло. Компрессор сосет хорошо у нас. Я думаю, что перезаправка поможет. Звук вентилятора пропал. Мы все же проверим его. Нет, проходимость в принципе хорошая. Вот чуть-чуть залил, уже первая трубка у нас полностью замерзла. Переходит на вторую. Почистил все дренажные отверстия. Вот здесь под теном. Вон там есть дырочка. Ее пробил горячей водой. И здесь вот он. Вся слизь вычистил, тоже эту дырку прочистил. Нам нужно сейчас добиться вот этого результата, что здесь все замерзло. Тогда мы исправим всю поломку. Так, вот здесь уже все, пришел холод, вся стенка стала мокрая. Это в физике называется точка росы. То есть я вот чувствую рукой, что да, там уже все будет лед. Вот он потеет, если вы видите. И холод прям дает сильный. И все мокреет, мокреет. После этой воды это все станет льдом. Точка росы в физике называется. Все, я уже уверен, что здесь замерзнет. И проверяем по обратке. Обратка у нас тоже пришла. Трубка вот она вся, видите, плотная. Это значит, что она будет льдом, мокрая и холодная. Манометр у нас говорит, вот смотрите, на нуле почти что. Сейчас сфокусирую, вот. Чуть больше, ну, он у меня врет. Все, мы достигли желаемого результата. Собираем и проверяем. Так, все, холодильник готов, в принципе. Режим я выставил, минус 18, морозильник, плюс 4. Холодильной камере бэка рознь. Обычно бэка это считаются некачественные беспонтовые холодильники наравне с нордом. Так, все, у нас вентилятор вот крутится и здесь крутится. Все в принципе готов. В идеале нужно было вскрыть систему, поменять фильтр, прочистить капиллярную трубку, но я этого не сделал, моя интуиция подсказала, что перезаправка фреоном достаточно будет. В принципе, гарантию месяц я им дал, если что-то не будет не так, то позвонит уже мне, я приеду, уже полный капитальный ремонт произведу. Замену фильтра, чистка капиллярной трубки и по новой перезаправке фреоном. Все. На этом все, подписывайтесь, ставьте лайки, смотрите новые видео. Пока!